Привет. Привет, 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 мои дорогие. Доброе утро. Проспала. Поздно вчера легла. Проспала. Вообще, у меня глаза не открываются. Время 9 час. Я собираюсь заправлять кровать. Сейчас мы включим доброе утро, чтобы все соответствовало. Прогулку по Лермонтовским местам нас приглашает... Екатерина Стриженова. Сегодня идет этот эфир. Сейчас чуть потише сделаю. Чтобы меня было лучше слышно, чем телек. Ой, мои дорогие, мои драгоценные. Я вам всем желаю доброго утра. Пусть оно будет такое же доброе, как у меня. Пусть. Та-дам-та-дам. Та-дам-та-дам-та-дам. Ой, господи. Вот так вот просто. Мне там даже написали в комментариях, что я мотивирую людей заправлять кровать. Реально? Приятно, очень приятно. Это что такое? Ниточка какая-то светленькая. Та-рам. А у меня вчера был прямой эфир. Да ёб твою мать, это что за нитки? А это что за нитки? Я подняла одеяло. А это что за нитки? Так нитки-то длинные. Откуда они здесь? Я каждый день кровать переправляю. Короче, знаете что? У меня есть такое ощущение. Блин, я не знаю, может, у меня все уже белочка. У меня есть такое ощущение, что за мной следят. Блядь, следят даже... У меня вот реально есть такое ощущение, что за мной следят даже дома. Как-то у меня вот паранойя насчет этого. Чуть ли не камеры, чуть ли не прослушки. Ну, блин, я реально понимаю, что такое может быть. И даже реально понимаю, кто это может сделать. Это может сделать только Леха, ну так, чтобы разогнать тоску. Как-то бы вот это вот проверить. Мне прям так немножечко страшно. У меня, знаете, у меня уже такая, как сказать... Раньше, давным-давно, у меня такое ощущение было, потом я Лехе рассказала, он такой говорит, ну да. Он говорит, я немножечко за тобой наблюдал. Кстати, это может быть было 3 года назад. Он такой, все правильно, чувствительная ты моя, все правильно. И вот сейчас у меня точно такое же ощущение. Лёха приехал. Вы думаете, мы пожарили картошку? Он говорит, собирайся, поехали. Я говорю, куда? Он говорит, поедим где-нибудь. Я говорю, куда? А он мне говорит, ну не знаю, день поживем. Я так говорю, говори, куда? Я сейчас, мне же нужно одеться соответствующе. Он говорит, поехали в галерею Рос. Я говорю, ну я не могу, блядь. Вчера с одним мужиком там была, сегодня с другим. Ты чё думала? И, по ходу дела, Лёха знает, что я там вчера была. Ну, вчера, на тот день. Похоже, дело знает. Он говорит, поехали. В итоге я говорю, пожалуйста, давай никуда не поедем. Он говорит, поехали, мне тебя нужно показать. Я говорю, кому? Он говорит, всем, чтоб знали. Договорились сегодня поехать. Блядь. Я в натуре я ку-ку. Как у нас воды горячей нет? Ну как? Вот знаете что? Еще, короче, сон-то мне вчера приснился. Рыба. К болезни. Так вот знаете, кто заболел? Лютый. Собака у Лехи. Он вчера что еще долго был? Он говорит, я его возил. Сначала повез его ко врачу, приехал. Того доктора, который его прививал, прививки ставил, его нет. Потом он его повез домой, Лютого. Он Лютым занимался вчера. Летом. И доктор приехал к ним домой. Ну, этот собачий врач. Лютый что-то блюет. Если собака блюет, что у него?
Вот, ну что? Беременный? Так. Все, надо пойти. Время 15 минут доходит. Твою мать просто. Да. Сейчас я сложу с собой виноград. Пожиру на работе. Почему воды-то горячие, ничего не понимаю. Ну, конечно, позади Ольги Саша подъеду. Сейчас я быстренько. Сейчас. Что такое? А, холк. Сейчас я позвоню Ольге. Так, контакты. Как она у меня забита? Наверное, так и забита, да? Так, Олег, Олеся, Ольга Суханова, Лавягина, Вараксина. Как у меня? Подождите, а как у меня забито? Ольга старшего подъезда, я ничего не понимаю. Так. Так, Никифорова, наверное, да? Николаева. Бля, у меня что-то... Я не знаю, куда у меня номера все девались. Господи, да мне пришло сообщение. Прокомментировали мою фотографию. Сейчас мы посмотрим. Шикарная девушка. Анатолий. Ага. Так, ладно. Зинаида Борисовна, Миша, мама и Оксана. А, и Маша. 11 сообщений. Зинаида Борисовна, 2. Доброе утро, Зинаида Борисовна. А? Доброе утро, Инна. Желаю отличного дня. 8.02. Это мне прислал Миша сообщение. И тебе доброго утра, Миша. Так, Ландыш выставила статус. О-о-о-о! Так, я сейчас опять кофе забуду положить. Набережные Челны. Вот у меня ландыш, она татарочка. Ну, это ясно по имени. Мы же с Мишей обещали друг другу 2 дня не писать. 2 дня просто сделать выводы. Так, Оксана, дорогая моя, привет, с праздником, с Покровом. Да, вчера же Покров был. Я вас всех поздравляю. Маша. Инна, я чую тебя завтра опять со мной. Доброе утро будет. Breaking news, блядь. Мой город. У дома почти чего я только не видела, столько еще не видела. Так. Мамочка. Маша, я обещаю прочитать. Ну, посмотрите, а. Во мне шлют, посмотрите сообщение. О! Это просто за то время, пока я спала. Подождите. Просто о, огонь. Бля, подожди. Ой. Бля, я не могу. Доброе утро, Инна. Миша, блядь, он в сети. Так, привет. Привет. Привет, как его написать-то?
Привет, Миша. Тебе доброго утра. И тебе доброе утро. Блять, в натуре только задыхать остается. Вот обещал мне, реально. Пообещали друг другу 2 дня не общаться. Сегодня только 2-й день. И не потому, что он без меня жить не может. Ему очень похуй на меня. Ну, серьезно. Да-да-да-да. Я так хотела вчера, ну, что-то вот приготовить. И как хорошо, что не удалось. Как хорошо, что я просто занялась своими делами. Так. Не уследила. Ой, как сказать, не убежала. Уследила. Вот как. Мне надо выбрать какую-нибудь одежошку. Ну, в чем я могу пойти на работу? В чем? Вчера, слушайте, я такая хожу на работе. Я же хожу такая в ботинках, в платье такая, в колготках, в ботинках. Меня Мариша еще заплела. Этот пришел. Ну, короче, я с ним заключила договор. У него интернет-магазин и магазин спортивного питания. Денис Кузнецов. Днем мне звонил узнавать, где его посылка. Я ему сказала, говорю, Денис, приходи вечером. Пришел вечером. Смотрю, вот так вот на меня смотрит, ну, прям вот с издевкой скажет, что тут она ходит? А у нас посылки пришли, тут еще до конца не разобраны. И я, значит, такая хожу. А он так, знаете, так вот смотрит, так, такие глаза. Типа, ну, ходи, ходи, выебывайся. И в тот момент, представляете, вот я угодила парню. У нас там сканер, мы же как посылки-то пикаем, чтобы в программу-то, там штрих-код, пикаем, чтобы они в программе отразились. И когда я запнулась за сканер, я чуть не полетела, ну вот так вот каблуком. Он такой, ха-ха-ха, представляете? Он скажет, да выделывалась. И он такой, хе-хе-хе-хе-хе. Я такая на него посмотрела, думаю, ты чё, блин, а? А он в натуре, он эти, заказывает себе в магазин, эти, как они, горилла с футболки, но он такой, он большой, он такой качок, такой, хе-хе-хе-хе, засмеялся, да так счастливо. Я думаю, обращаюсь, либо я упала. Ну нет, я, наверное, бы не упала, но там как раз провод был, он был натянутый, и я могла, в принципе, упасть. И вот так вот смотрел, ну как так можно, скажет, вот она, ходит, выебывается, и вот чуть не полетела. А я такая, вот так вот пошла, ну вся издергалась и чуть не пала. Ну это вообще, знаете, это был бы полный маразм. Инночка, привет из Польши. Обожаю вас. Мадам Грацицуева, вы сошли с ума. Татьяна Привалова пишет, именно только донаты не проси, так унизительно, много на кого отписалась, сидят только на донатах. Классная баба. Поздравляю с ростом подписчиков. Спасибо, Вета. После первой фразы «я чё, уже всё говорю?» стало совершенно очевидно, что мозг атрофируется просто не по дням, а по часам. Блин, Инна, я просла твой эфир. А, как я пропустила, видимо, Джулия. Так хотела поболтать с тобой. Подожди, еще много эфиров будет. Снур Султана, это Казахстан. Приветствую тебя из Америки от Алены. Клевая Аврора Лукаржевская. Привет из Грузии. Бля, ну как я это просрала, Светлана пишет. В этом платье как школьница, краса. Ты похожа на Самвела, умеешь держать зрителя. Смотрю, любую с тобой из Америки всегда. Огонек, умничка, прямой эфир пропустила. Давай шампанском. А, подождите. Милаша, подальше от камеры, лицо на весь экран, лучше не в прямом. На первых минутах выключила, смех стал так раздражать, что сама скоро из-за него материться начну. Но меня трясти от него начинает. Видимо, Вигнор за правду поставят или обматерят. Извините. Ой, Милаша,
Хочешь, я тебе сама вигнор поставлю? Та-т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 а. Это же у меня песня. Это у меня играет песня. Я не твой, а я не твоя. Здравы будем, бояре. Блять, время 25 минут. У нас сегодня Александра. Мне нужно вообще прийти тютелька в тютельку. Вчера, блин, я за последние дни столько херни неведомой натворила. Просто начиная с вечера в воскресенье, я просто натворила столько неведомой хуйни. Просто мне страшно, зачем все я это делаю. Такое ощущение, что какое-то вот у меня какое-то помешательство буйное. Я пошла одеваться. Надо выйти из дома в порядочное время. Сейчас я включу музон. А что ты, почему камеру туда пододвинула? Вот же я, красавица-то, здесь. Та-та-да-т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 а. Я вам всем желаю счастья. Поверьте, это так важно. Вот видите, вот что значит сразу же, вот эта моя песня любимая, с именчиком. Та-да-та-да-та-да-та. Ну вот еще Эмин и Бахти. Ну давайте вот это включусь, наверное. Парамин, та-да-та-да-да-та-да-та, та-да-та-та-та-та-да-та. Так, мне надо пойти какую-нибудь дежушку выбрать. Ну, идемте вместе. Так, вот в этих вот в двух платьях я уже ходила. Та-да-та-да-та-да-та. Блин. Я, наверное, пойду в брюках. Я пойду вот в этой кофте. И в брюках. Вот и правильно. А брюки мои где? Так, вот в эти, да, пойду? Да, вот в этих пойду. Вот я все выбрала. Пойду в черном сегодня. Это быстро одеться. Блин, эти шторки замотались. Та-да-та. Сейчас я мигом, подождите, быстренько оденусь. Все, я уже оделась. Я уже оделась. И время. 30 минут еще даже нет. Вот я готова с корабля до набала. Так, крестик. Моя волосина на полу. Блять, мне кажется, когда вот волосина... Вот я вот вообще вижу. Я реально вижу. Даже, но у меня светлый пол, а волосы темные. Вот еще одна волосина. Сейчас я мигом. Та-да-там. Та-да-та-да-та-та-да-там. Иду. Та-да-там. Та-да-та-да-та-да-ты. А-а! Сука. Как это связано, кашель и... Что-то как-то вот... Что-то как-то вот нос уже заложило. Как, блядь, воды нет, горячей нет? А как у меня телефона Ольгиного нет? А, ну-ка.
Тут же у меня есть в книжке Ольга Женикчуткова. Так, она у меня... Тут я все переписывала. За. Блядь, военный комиссар. Угу. Так, на О. Олег Рябов. Ольга Рогова. Ни о чем нету? Ольга, так, Токарева, Наталья, так, Теплякова, Терентьева, Третьякова, Турукин, Тананыхин, блядь. Что, серьезно, что ли? Ты меня манила, за собой бежала. Хватит дергаться, Инна, иди на работу уже. Это, вы смотрите, это же как из сказки. Махнула рукавом, лебеди полетели. Махнула рукавом, кости из рукава. Так. Мне нужно носочки. Как вкусно кофе, а. Ну реально, кофе просто вкусно. Кофе просто огонь. Так, я пошла, в общем, за носочками. Пять градусов. Ну, ёб твою мать, а где-то у меня же были носочки, которые я уже носила. Ну что, я постоянно буду новенькие, что ли, брать? Я же там их не порвала, я их носила. Так, они у меня быстро закончатся. Так, все мои дорогие, я, наверное, буду прощаться, потому что мне опаздывать сегодня, но никак нельзя. Время 30 минут. Мне через 5 минуточек, если я сегодня выйду вовремя, то я поеду на одной маршрутке с Татьяной Леонидовной, с моей подружкой. С моей подружкой, главбушкой из Каменск-Телекома. Так, носочки надела. Фух. Сегодня сфотаюсь. Та-та-на-та-на-та-на-та. Вот жизнь, а. Вот жизнь. Кто бы мог подумать. Еще неделю назад я себе все не так представляла. Еще неделю назад. Но есть такие люди, которые тебя просто вводят в замешательство. Ты начинаешь думать не о том. Так нет, это не люди виноваты, это я виновата, это я ёбнутая. Да. Как хорошо, что возвращается все на круги своя. Как хорошо. Боженька образумил. А кто же это тут у нас? Что это такое лежит у меня? А, так конфетки я положила уже. Много раз подухарюсь. Я пока до работы доеду. Так, мне что нужно сделать? Мне нужно сделать. Пойти взять кружку кофе и выключить этот. Вот эту фигню надо мне выключить. Это тем более что за... Свет простых фонарей Бузель Хасанова. Ну, вот эту девку-то я вообще люблю. Ну, реально. Песни про любовь. Вот да, мне остается, блядь, только вздыхать. Но гораздо важнее, когда человек тебя любит, чем ты его любишь. Проверено, девки. Это 100%.
Та-да-та-да-та-та. А мужик должен быть такой, что вот смотришь на него, и хочется беспрестанно трахаться, варить борщи и рожать детей. Вот такой вот должен быть мужик. Не каждому с таким повезет. Не каждой. А, не каждому, блядь. Не каждой с таким повезет. У меня такой есть. У меня такой есть. Пошла я возьму влажную салфетку, чтобы высморкать свой сопливый нос. Когда я закончу. Я вчера пришла с работы домой. И вы представляете, я оставила свет в гардеробной. Господи, куда я две-то взяла? Я не знаю, то ли кто-то приходил в мое отсутствие. А в принципе могли и приходить. Красивая, да, и сопливая. Так. Та-та-та-та-та-та. Мне надо достать ту черную куртку и платок. Все, мои дорогие, побежала. Опаздывать нельзя. Опаздывать нельзя сегодня. Александра у нас. Она мне в прошлый раз сказала: Лиза, ну ты бы хоть бы это постеснялась уж. Вот тебя даже ничего не останавливает. Пять раз уже эта ложка упала. Вот я этот турецкий-то повешала. Да вот тоже, блин, спал уже не один раз. Подожди, а телефон? А телефон? А телефон? Ёбнутая, блядь. В натуре ёбнутая. Я один раз в обеденный перерыв ездила домой за телефоном. Вот не так давно было. Где он? Блядь, я уже 25 лет. Ой, блядь. Где телефон-то мой? В кровати. Ну-ка, я на него позвоню, подождите. Думаете, где у меня лежал телефон? Ну, ты не поверите, блядь. Правильно, в сумке. Ну, по нашке, блядь. В сумке. Я ничего не помню. Тут помню, там не помню. Да. Вот видите, доброе утро. Я вчера пошла в солярий, да? Вы мне говорите, где камера? Кстати, я вчера пришла в солярий выходной. Вы представляете, как в общественной бане по понедельникам. Доброго дня. Короче, мои дорогие, все, тороплюсь, бегу. Опаздывать нельзя. Всем хорошего дня, люблю всех очень. Сейчас надену шапку, потому что соплей так полон носом. Все.